Всем привет, с вами Вован, вы на канале Санчес и Вован, и сегодня будет, ну, небольшое восстановление и вот этой вот замечательной Lamborghini. Но сейчас у нас пока тут только кузов, вот дно и салон. Это моя Lamborghini, она не с барахолки, мне эту машинку подарили в 3 года, и я думаю, вы заметили, что она жертва детского тюнинга, она вся покрашена синим маркером. Жестоко. Это Lamborghini Diablo от New Ray, которая сделана в 97 году, сама моделька сделана. Вот тут написано все сейчас. Масштаб 1:32. Вот Lamborghini Diablo, Speedy Power, New Ray, 1:32 и 1997 год. Сделано, естественно, в Китае. Так... Сейчас сфокусируется. Я уже покрасил его сейчас серебристым маркером двигло, чтобы оно было лучше заметно. Ну и тут немножечко проработал салон. Это как бы не полное восстановление. Это просто сейчас мы ототрем. Ну, кое-что я вот тут добавил для того, чтобы жабры вот эти вот под них, вот сюда вот, во все эти отверстия наклеить вот такую вот... Блин, как бы это показать? Во, вот так. Сейчас. Вот такую вот сеточку, которая будет имитировать как бы воздух, сетку, которая на воздухозаборнике. Также мы будем очищать вот эти вот фары, это противотуманки и вот задние фонари. Так, ну болты я менять не буду, хоть они и ржавые. Вот, такие старенькие. Эта машина уже очень много где была. Вот, кстати, ребят, пока мы остаемся дома, вы оставайтесь дома, мы тоже остаемся дома, карантине, мы снимаем для вас видосики, вы их смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и пока проходит карантин, да и после тоже, смотрите наши видосики. Итак, значит, смотрите, я буду очищать жидкостью для снятия лака, вот, потом мы с вами... Просто приклеим эти штуки и так далее. Итак, значит, начнем с работы жидкости для снятия лака. Немножечко я капну на салфеточку. Вот у меня такая салфеточка. И сейчас мы с вами протрем, наконец-то. Эта машина желтого цвета. Но я боюсь, что, короче, маркер может смешаться. Да, пока что так и получается. Она становится зеленая. Но не повод расстраиваться. Потому что после этого... Мы обязательно, если, короче, сейчас так случится, она будет зеленая полностью, мы с вами продолжим ее восстанавливать. Это даже будет уже не одна серия, а несколько. Но если все нормально, то мы уложимся в одну серию. Итак, пока что она зеленеет. Но, и, кстати, заодно посмотрим Lamborghini в зеленом цвете, да. У меня была в детстве тоже Lamborghini Murcielago от Velli. В 36-м масштабе, зеленого цвета. Потом она благополучно была уничтожена. Вот. И остатки ее сейчас закопаны у меня. Я помню... Короче, когда она была уничтожена, я ее во дворе закопал. Вот. Да. Короче, она закопана во дворе. Оттираем все это. Маркер, сламбы, вот... Скорее всего, будет, да, в несколько серий, чтобы было не так долго видосик. Вот. Возможно, даже будет полное восстановление, но пока что оно будет не полное, и вот сейчас то, что сможем, то и сделаем. Попозже надо, как только карантин закончится, съездить за растворителем 646. И все снять с нее, всю эту покраску, эту, ну да... Если я за ним съезжу, то у нас будет восстановление Lamborghini. Так, стираем. Вот если что, вот такого цвета она должна быть. Вот такого она получается. Да, жесть. Мусор я пока уберу. Так, сейчас я даже... Так, подождите. Надо... Угу. Я очень плохо разъединил салфетку. Надо ее будет... Да. Надо будет ее потом аккуратно разрезать. Другую салфетку. Так.
Кстати, хотел вам сказать спасибо. У нас уже 16 подписчиков. Это очень приятно. Большое вам спасибо. Новые подписчики вдохновляют нас делать новые видео. Так что подписывайтесь на канал, и будет и больше, и лучше видосик. О, ничего себе! А, все, понятно, здорово. Угу. Обалденно вообще. Короче, я почему удивился так? Вот тут был шильдик. Был. Потом я случайно... Точнее, не случайно, потом я лихо прошелся жидкостью для снятия лака. Шильдика не стало. Да. И, кстати, на секундочку, прям вот для себя только что опыт. Да? В следующий раз, когда я буду работать с лестницей лак, я буду работать в перчатках, потому что как бы руки уже синего цвета. Нормально. Так. А вот сейчас мы уже с вами осторожно разрежем салфетку ножницами. Потому что... Ну это очень такое, такими обрывками оттирать машину. И, кстати, жидкость для снятия лака у меня уже на вес золота, можно сказать. Ее практически тоже не осталось. Все-таки карантин. И нигде ее сейчас не купишь, все закрыто. Да. Так что израсходовать ее надо как можно меньше. Вот. Так, зеленая Lamborghini, да. Вот это она за свою жизнь повидала. Она была желтого цвета сначала. Потом я ее покрасил маркером. И сейчас я оттер этот маркер, она стала зеленой. Вот такая вот игра цветов на моей ламбе произошла. Тогда, если сейчас я ее не очищу до конца, то я сейчас на жабры, на воздухозаборники не буду клеить сеточки, чтобы... Ну, я думаю, вы понимаете, чтобы... Если, точнее, когда будет полное восстановление этой ламбы, опять же, я не знаю, когда это будет, но это, я думаю, будет. Короче, чтобы не испортить, чтобы когда я ее буду совать в растворитель, скорее всего, или уже до конца оттирать, чтобы эти решетки не отвалились. Поэтому сейчас мы ее просто ототрем. Кстати, вот если вот так посильнее потереть, она лучше-лучше проглядывается в желтый цвет, возвращается в свой родной цвет. Да. Жестко, одним словом, жестко. Lamborghini очень жестко потрепала за всю жизнь. Так. Под шильдиком такой интересный от того, что он был как бы сделан как такая очень плотная декаль, которая под лаком была. Такой интересный от него след остался после этого. Вообще красивый на самом деле. Мне нравится. Так. И у меня также... Нет, я сейчас что-то подумал, я думал, у меня салфетки заканчиваются для стирания с этого всего. Но оказывается, они у меня не заканчиваются. Я забыл, что у меня еще несколько пачек лежит. Короче, салфетки есть. Поэтому насчет салфетки мы обеспечены. А вот насчет жидкости для снятия лака, это под очень большим вопросом. Да. Кстати, напишите в комментариях, как у кого проходит карантин, пожалуйста. Это очень интересно, на самом деле. Потому что на карантине каждый что-нибудь да такое очень интересное сделает. Так. Оттираем ламбу. Так. Сейчас еще вот так протрем. Пока что мы ее оставим вот в таком виде, скорее, да. Пока что мы ее оставим вот в таком зеленом виде. И вот. Но нам еще, кстати, нужно оттереть это. Сейчас именно вот этой салфеткой. Мы сейчас осторожненько вот так вот ототрем диски. Потому что диски на самом деле серебристые. Но даже если мы их до конца не ототрем, мы их покрасим серебристым маркером. Но это будет в будущем. Да, жестко. Lamborghini меняет цвета. Так, у меня уже практически салфетка посинела, блин. Так, сейчас. И последний кусочек салфетки. Ну, это из этой пачки, поэтому ничего страшного. Последний кусочек салфетки. Мы на него льем жидкость. И смываем.
а потом я буду смывать маркер со своих рук. Да. Так, ну и... А, кстати, блин, забыл. У меня тут еще целый нижний бампер. Точнее, вот это вот, да. Нижняя часть от бампера. Жестоко. А, это и есть это бампер, да. Это и есть бампер. Он поражен немного по-другому. Так, берем платочки следующие. Да, кстати, это не салфетки, это именно носовые платочки. Но ими это реально делать удобнее. Я не знаю, они какие-то хорошие, они качественные. Хотя, ну это обычные, никакие не супер крутые платочки. Они самые обыкновенные, за 10 рублей. Но они оттирают обалденно. Ими очень удобно пользоваться. Да, обязательно, короче, мы с вами как-нибудь это будем и пытаться спасать Ламборджини. Так. Ну и на... Понятно. А, я что так перекосил-то? Так. Ну и на сегодня пока что все. А, нет, не все. Сейчас мы еще с вами фары поставим. Пока что давайте закрутим ламбу. То, что имеем, закрутим. Мы имеем уже зеленую Ламборджини, да. Так что это первая часть восстановления Ламборджини Диабло. Когда вторая часть выйдет, не знаю. Так, что хотел сказать про будущее. Точнее, не будущее, а про следующие видосики на канале, которые будут. Я что-нибудь еще хочу снять про лайфхаки для моделизма. Какие-нибудь обязательно обзоры на модельки. Ну, и Vavan Life, разумеется. Итак, значит, теперь мы с вами делаем последний на сегодня штрих. Это мы ставим фары. Хотя, и, кстати, противотуманки я пока ставить не буду. Я пока их просто вот так протру. Раз, два, три. Блин. Не до конца протер. И раз, два, три. Вот такие вот противотуманки. И сразу прям. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Противотуманки готовы. Но мы их положим внутрь Ламборджини. Пока что устанавливать их еще рано. Также мы внутрь Ламборджини положим все тут. Сеточки. А задние фары сейчас мы поставим. И так, задние фары. Они уже стали красные. Ничего себе. Как я их давно не видел в красном цвете. Вот такие вот красные фары, чтобы было понятно для сравнения. Да, жестоко с фарами, конечно. Так, и устанавливаем эти фары вот сюда. Значит, одну и вторую. Вот, итак, вот пока что как выглядит наша Ламборджини Диабло. Уже в зеленом цвете. Но она будет вот, она должна быть вот такого желтого вот. Как вот эта дверь. Вот чтобы вы понимали оттенок. Точнее, разница цветов. Я понял. Угу, здорово. Я забыл оттереть задницу. Сейчас мы ототрем задницу. Ну, даже не... Так, сейчас. Все, уже с оттертой задницей мы с вами будем прощаться. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. С вами был Вован, вы были на канале Санчес Вован, и всем пока. Но вот это вот пятно от шильдика смотрится очень классно. Вот такая вот, сейчас я покрасивее сделаю для завершения. Вот такая вот Ламборджини Диабло.